Кто-то у меня спросил, не беременна ли я. Короче, скажу вам, девчонки, я уже за 40. И рожать я точно не собираюсь. Я просто жирная. Но я всю жизнь худею. Но недавно где-то у кого-то в Инстаграм я увидела, знаете, такую надпись. Жизнь настолько коротка, чтобы сидеть на диетах. Поэтому пьем водичку, жарим котлетки и кушаем. Кстати, я почистила картошку. Сейчас залью водой и поставлю варить. И это будет пюре картофельное. Потом я вам покажу окончательный результат. Что у нас будет на столе. На самом деле, знаете, для меня проблематично придумать блюдо. Вот я Артему спросила сегодня: Артем, что готовим? Он говорит: пюре с котлетами. Вот он мне сказал, я сварю. А сама я выдумывать, как мне это сложно вообще. Проще взять какой-нибудь рецепт где-нибудь, что-нибудь сварганить, чем самой придумывать эти рецепты. Такие дела.